так изменился? Ты, говорит, помолодел лет на 7. Врачи удивились. Для них это было чудо, которое они не могли объяснить. Бог меня исцелил. Благодаря Богу я живой, здоровый, стою здесь, прославляю Его. Мы сделали анализы, и анализы показали, что Олеся здорова. Мы получили свое исцеление. Я так благодарила Бога. Говорю, пастор, говорю, я обязательно всему миру буду свидетельствовать за это исцеление. В наши дни Бог по молитве Божьих помазанников апостола Владимира и Виктории Мунтян совершает множество чудес в жизнях людей по всему миру. Тысячи людей из разных стран свидетельствуют о том, что пережили невероятную силу Божью. Исцеление от неизлечимых болезней, разрушение всякого рода проклятий и освобождение в сфере души. Ты можешь быть здоровым и счастливым. Бог любит тебя и хочет исцелить. 22 мая в 13:00 по киевскому времени состоится праздник свидетельств Божьей славы по всей миссии возрождения мира. Множество людей поделятся своими историями, как Бог прикоснулся к их жизни. Мы не можем пойти в этот мир по этому земному шару, если мы не будем свидетелями нашего Господа Иисуса Христа. Свидетель – это тот, кто пережил Христа, Его благодать на деле в своей жизни. В этот особенный день апостол Владимир и Виктория Мунтян будут делиться словом и молиться за исцеление и разрушение всех проклятий. Подключайся к прямому эфиру из любой точки мира и с верой ожидай чуда от всемогущего Бога. Регистрация по телефону плюс 49 693 32 99 169, а также плюс 38 067 550 34 24.